Всем привет, с вами Павел 419, и это ролик про хендтрекинг 2.0 на Oculus Quest 2. Меня давно просили это сделать, но я не понимал, есть он у меня или нет, 2.0 или 1.0. Я вам сейчас покажу, как определить, как включить, как этим пользоваться, как это вообще работает. Итак, если кто-то вообще не в курсе, что такое хендтрекинг на Quest, это отслеживание рук с помощью внешних камер. То есть вместо контроллера можно совершенно показывать практически любой жест здесь, как видите. Но это не просто приколюха, помимо этого можно использовать это для управления в приложениях, для некоторых, которые это поддерживают, для управления в менюшке. В чем разница между 1.0 и 2.0? К сожалению, вам я наглядно показать не могу. У меня уже 2.0 активирован. И если у кого-то есть 1.0, видите, я могу сводить руки. Похлопать можно. Руки не теряются. Раньше бы это не прокатило. Можно вот так вот прям перекрывать их одна другой. Ну да, не теряются все равно, видите. Но раньше это было гораздо хуже. Забегая вперед, я вам потом покажу игру, в которой еще реализован трекинг 1.0. Запомните вот это вот. Можно похлопать. Вы видите, как там это ломается. Итак, если он почему-то у вас отключен, показываю, как его включить. Понятно, вы это делаете с помощью контроллеров изначально. Вы идете в настройки. Вот сейчас я все это делаю полностью руками. Вы уже можете понимать, что хендтрекинг – это круто. Здесь находим настройки контроллеров и рук. Здесь вот оно. Ставим отслеживание движений, включаем. Автоматическое включение, отслеживание включаем. Переключение чувствительности я поставил на высокую, чтобы когда ты контроллер убираешь, оно сразу перепрыгивало на руки. Но больше нам ничего не нужно. Если вы вообще новичок и не знаете, что такое трекинг рук, то вам полезно бы пройти обучение. То есть, идем в приложение. Эта штука установлена должна быть с коробки у всех. Здесь переключаемся на обучающие курсы. И здесь находим такую демочку, называется Hands. Запускаем ее. И нам говорят, уберите контроллеры. Тут у нас, по сути, три жеста. Щипок. Нам нужно навести куда надо и сместить два пальца вместе. Видите? То есть наводим, жмем, продолжить. Дальше перетягивание. Когда мы этим зажатым щипком потренируетесь, наводим любую плашку, зажимаем и можем вот так вот протягивать. Там либо вверх, либо вниз. Как видите, все отлично, четко работает. И еще один жест – это вызов менюшки. Раньше это было просто кнопка Oculus. Теперь здесь навесили много разного. Сейчас покажу. Вы уже видели, в принципе, это. То есть мы смотрим сюда на руку и сводим большой указательный палец вместе. У нас появляется вот такая штука, где мы можем сделать вызов меню. Вот эта средняя кнопка. Видите, сейчас меню отображается. Сейчас я отключу таким же образом. Ой, исчезло. Также здесь можно сделать центровку, сбросить, если вы, например, куда-то пересели. Также можно включить и выключить микрофон и остановить запись. Пятый значок, вот этот вот правый нижний, от голосовой команды в России не работает, поэтому активировать я его не буду. Так что с этим потренируйтесь, все просто. И сейчас вам покажу на примере одной из игр. Вообще у меня на канале там есть прям плейлист про этот хендтрекинг сам и про демки, про приложения, в которых он работает. Я вам покажу на примере Wilds of the Wizard. И здесь, внимание, хендтрекинг 1.0 еще. Сейчас вы увидите, в чем разница. Вот мы в игре. Как видите, похлопать здесь я уже не могу. Все, оно ломается, видите, пропадает. Как только мы перекрываем, все, поплыл. И заодно показываю, как это может быть реализовано в игре. Кстати, вот на этот жест на левой руке вызывается менюшка в игре. Вы можете здесь, например, управление поменять. Но я оставлю, как оно стоит по дефолту, телепорт. Игрушка классная, у меня про нее тоже есть несколько обзоров. Я прошел полностью. Как ходить с помощью хендтрекинга? Например, вот так. Наводите рукой, как бы удочку закидываете, и он идет. Причем даже не телепортом, обратите внимание. Ну, крепость закрыта, пойдем в башню, сейчас быстренько покажу. Подошли, так вот руку поднесли, раз. Вот, внутри игры, если кто-то не знает, это такая, с одной стороны, демка, вот эта часть, но там есть полноценная крепость на 40 уровней. Ну, можно взять любой предмет руками, руками, в смысле руками, прямо вот пальцы я свожу, не очень удачно, как видите, да? Главный прикол здесь в том, что можно смешивать заклинания с помощью вот этих вот ингредиентов. Берем, например, наливаем вот это, кидаем вот это. Это все делается полностью руками. Кидаем вот этот. Ай, глаз улетел, ладно. Кидаем вот эту шляпу.
мы можем отталкивать летящие на нас предметы, то есть у нас гравитация пропадает. Можно ополоснуть руки, чтобы это убрать, и замешать упавший глаз. Допустим, с вот этим бутыльком. Там 12 заклинаний можно получить, как вы понимаете, из вот этих ингредиентов. Коснись любого объекта и начнется салют, там, по-моему, насколько я помню. Вот, видите. Ну-ка. Вот так вот. Вообще, игрушка прикольная, правда, стоит 20 баксов. Ну, еще что-нибудь для примера. А, вот можно руку помыть. Потому что эта штука взаимодействовала тоже с заклинанием. Что там было? Их там по очереди перебираешь, те компоненты, и получаются разные штуки. Магнетизм. И тут также все еще можно ходить, видите? Можно притягивать руками к себе. Ну-ка. Ну, понятно, надо потренироваться. Но я думаю, идею вы поняли. То есть вот такая вот штука. Если вам интересен трейдинг рук, попробуйте. Если кто-то не пользовался им раньше, единственное, что пока не во все приложения этого завели, а вот там крепость на 40 уровней, да, которая полностью прошел. Единственное, то, что он пока, как видите, не во всех приложениях, то есть даже вот в этом его нету. Здесь пока только 1.0. Прикольно. Если вам интересен вообще интересна тема трейдинга рук на квесте, посмотрите, у меня есть огромный плейлист про это. Там есть разные игры, там есть разные приложения. Часть из них бесплатная. Эликсир бесплатный, Кини Кастл бесплатный. И они достаточно прикольные. Ну, в принципе, я думаю, на этом мы и закончим. Если ролик был интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, приходите на сайт VR419, смотрите плейлист. Можете поддержать меня финансово через донаты. В описании будет ссылочка. А у меня на этом все. С вами был Павел 419. Всем пока.